Так, вижу цель, не вижу преград. Опа. Иди нафиг, писька дьявола! С колесом он меня уже бесит, тут уже второй раз. И ты отвали. Так, ща. Сейчас будет мой коронный номер. Здорово. Опа. Здрасте. Слышь, ты каратист херов, я тебя ща так оттрахаю, что мама родная не узнает, а ну стой. Убью. Ага. Как всегда, нашлась третья сторона, да? Типичные ветераны. Здорово! Ты что, даже не вкурил ничего, что ли? Так, бабаскинчик отлетел. Там три жетона, но они мне, в принципе, нахрен не нужны. Моя задача найти жертвы. Нет. Я сейчас играю с тобой по твоим Сенса. Правилам, битчик вонючий. Сосёшь, братан. Сосёшь. Ну, ничего. О! Коршун. Тупо на позиции сидит. Ай, блядь, ты что тут делаешь? А ну потерялся отсюда. Нет, чувак, я бы на твоем месте не вставал, да. Потому что у меня задание дефать. О. Так. Это, походу, опять тот самый коршун, да? Который сейчас сидел. И он сейчас сидит, в принципе, не шевелится. Так, дядя. Давай еще тебе аэршот красивый дам. Да, нет, пушек. Нет, нет, нет! Держал, не кашлял, свободен. Я застрял. Так, ну пока что все хреново. Не, чувак, ну это как бы мега фейл называется. Опять я в жопе мира. Как классно. О, а тут оказывается не такая уж и жопа. Ну точнее, сейчас она настанет. Так, слушай, дядя. Вы тут задолбали стреляться, давай я ебушки, воробушки, пощади, блядь. Дев заберу и уйду отсюда. Ага, все, окей. Я кого-то тут слышал? Я не понимаю, где. О. Он же меня не видел? Че, серьезно? Он меня реально не видел, что ли? О, бог игры сидит. Так, сейчас посмотрим, как он отреагирует на флешку. What the fuck? Ему вообще насрать, по-моему. А еще учитывая то, что я сейчас тоже у него на радаре подсвечиваюсь, он даже туда не смотрит. Да хрен надо, боги игры не смотрят на радары, для них это слишком легко. Он так знает все, как играть, да? Ладно. Да. Бро, пока что ты можешь получить 100 кредитов на новый аккаунт и попытать удачу что-то выбить. В общем, переходишь по первой ссылке в описании, жмешь «Испытать удачу», и тебе всегда выпадает золотой контейнер. Прям тут же жмешь «Создать новую почту» и регистрируешь аккаунт. И вуаля, целый комплект магма-пушек и шлемов на все классы уже ждут тебя на складе. Когда будешь создавать персонажа, в конце сделай приписку .exe. Далее тебе нужно прокачаться до щитка с палочкой, чтобы получить 100 кредитов. По второй ссылке в описании заполни анкету, в которую ты скинешь свой юзербар, когда качнешь щитка с полоской, и почту, на которую хочешь получить кредиты. Кредиты получают только новые аккаунты. Ну и чтобы тебе быстрее раскачаться, привяжи на сайте свой телефон, чтобы получить випку на 7 дней. Не забывай, в нике должна быть приписка .exe, зарегаться должен по ссылке в описании, ну и звание щиток с полоской. Удачи! Ты не понял? Хрен ли тут попукиваешь? Ну и чё? Ну... Здорово. Если чё, я тут это... сейчас... Оставлю тебе кое-что, личиночку отложу и пошел. Слышишь, Вацок, я тебе сейчас твой банан по самое не хочу запихаю, а ну сюда подошел. О, не, ну ботинки у него вроде не отмин. По идее, он должен сейчас взорваться. Чего, в смысле? Так, у меня возникла кое-какая идейка. Тут есть трава и есть жетон. Трава, конечно, скудненькая, но попробовать тест на внимательность устроит, я думаю, можно...
попробовать, да? Попробовать. Ну, короче, вы поняли. О, идет. Че за хуйня, кто меня не ваншотнул? Чувак, ты сейчас серьезно? Ты вот на полных серьезных щах сейчас это, да? Да. Да нет, ну пожалуйста! Да хватит! О! Хе-хе, бай! Я сейчас знаю, кажется, куда я это применю. А вот и тот человек, которому сейчас, скорее всего, не повезет. Nope. В смысле? Ну ладно. Усук, считай тебе пизды, я встаю. Не, ну, ладно. Я не знаю, но если и тут меня не заметят, то это вообще забейте просто. Это супер, супер слепой человек сейчас прибежит. Ты серьезно, чел? Тут в смысле? Я просто манал эту игру. Ну как так вообще? Спудигу. Так, я тебя спасу, братан. Все нормально. Я тебя спас и... Ну это пип... Ну. О. Я тебя ждал. А ты меня, видимо, даже не увидел. То чувство, когда играешь 800 на 600. И не видишь, что происходит по бокам. Да, братан? Ты вообще понял, что произошло, нет? Что ты как бы щелканье мое... Ага. Все. Есть контакт. Он жив. Все нормально. Это не бот. Да так, ну ты же обратно пойдешь сейчас? Ага. Так. Иду на перерез, иду на перехват. Прием. Вон у него жетончик. В смысле, он мимо бежит? Это я не рассчитывал. Стой. Стой. Да иди сюда, говорю. Стой, кому указали. Чё, реально, а? Ну что за день фейлов, блин, а? И этот без хп был. Yeah.